Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 5. Так, искали мы, короче, медведя третьего, так и не нашли, поэтому будем продолжать искать дальше. Напоминаю, нам медведь нужен для того, чтобы там доктор, которого мы спасли чуть ранее, сделал какую-то там приманку для ангелов. Короче, приманку, подкормку или как-то там что-то такое, короче, чтобы более контролируемыми стали наши ангелы. Поэтому будем бегать по лесу искать медведя. Ну и чтобы не бегать в холостую, я предлагаю побегать по каким-нибудь местам. Поизучать флору и фауну. Так, это чё? Ванна. Это что такое? Блин, это рысь. Это не то. Мне рысь не нужна. Бизон! Ух ты как! В землю вошел, а? Так, испытание пройдено. Бизонов освежевано. Освежевано. Короче. Медведь, ты где? Так, волк. Блин, опять бизон. А, кстати. Это он? Это тот самый медведь? Так, я вроде его отметил. Блин, куда ты побежал так быстро-то? Что у меня со снайперкой? Попал. Попал. Взад дал. Сейчас будем по кровавым следам на него охотиться. Блин, куда ты меня ведешь-то, медведь? Нет, он вроде не в горку пошел, а прямо побежал. Так, пума. Это место какое-то для охоты на пуму. А вот и следы. Это медведь или не медведь? Ну, я ему попал взад. Это я точно помню. Куда он мог убежать? Наверх? Блин, как сложно. Какие-то шальные. Кто по мне еще стреляет? Цель обнаружена. Вот это вот вираж. Вот это да. Вот это лол. Нормально. Все бы так делали. Так, огонь. Нет, уходим от огня. Уходим от огня. Мне нужен медведь. Шишки-машишки, елки-топалки. Устреляет. Так, это какой-то королевский сектант. Вип-сектант. Уничтожен. Так, и музыка не пропала. Кстати говоря. Вижу цель! Так, а ты кто? Пума. Какое-то место прям вообще капец. Музыка такая играет. Напряженная. Так, вот это надо убрать. Я случайно поставил метку. Это обыскали. Кстати. Блин, откуда вы появляетесь? Это у меня глюки такие. Да и ты... Ой. Ну. Так, а ты чего стоишь? Куда? Кому ты молишься? О,
Уничтожили. Хотя на самом деле ангелы, как там сказали, то что... Хочешь купить что-нибудь? Нет, типа они употребляют жидкую какую-то блажь, в жидком виде, не в порошке. И поэтому от нее можно еще отойти. Вроде как, насколько я понял. И поэтому, по сути, их еще можно спасти. Или нет. Ну, по крайней мере, никто не пытается это сделать. Все, если видят ангела, то все. Убить. Убить и уничтожить. Блин, думал, медведь сидит. Кстати, а что это за домик? Обнаружено новое место. Домик вожатого. Да, именно так я сказал. Обнаружено новое место. Домик вожатого. Сейчас посмотрим, что там за вожатый живет. И мне медведь нужен. Ай, да хорошо так как с разгона. Нет, короче, управлять этой ерундой, белкой, летягой, вообще не очень неудобно. И, блин, я постоянно, я не умею приземляться, я умираю. Надо, по идее, чтоб... Чё? В смысле, всё заново? Ладно. Так, куда мы шли? Мы шли на точку вот эту. Так, дальше, значит, сейчас опять по этому же пути пойдем. Может, попадется нам медведь опять на этой дороге. На этот раз мне надо его убить. Со снайперки нужно 2 выстрела. Можно, конечно, взять квадроцикл. Вот, где-то здесь он был. Так, кто тут? Кто орёт? А, о, медведь! Блин, это не медведь. Блин, как же его сложно-то... Чё такое? На меня что, антилопа нападала? Так, медведь был здесь. А сейчас его нет. Кстати, кто там стоит? Ты что, слышишь, что ли, там? И от тебя... А, от тебя блажь исходит. Что делаешь, братан? Давай поговорим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Полетел. Что ж ты так, а? Кстати, выстрелы. Может, там... Нет, это не медведь. Это пытается тачку взорвать. Не попал. Ну, это рандомный выстрел был. Мало ли, вдруг попал бы. Но я не попал. Даже что ж за кашель-то такое? Мучает меня. Давно, кстати. Вот я не пойму. Просто кашель и сопли. Вроде температуры нету. Таких прям жестких... жесткой заложенности носа тоже нету. Просто как-то некомфортно, что ли. Кто там умер? Кто тут умер? Может, от рук медведя? Нет. Росомаха несчастная. Так, оба. А чё за крестик? Я, по-моему, чё-то здесь такое помню. Была дорога, но я не пошел наверх. А, ну здесь это, логово кабанов. Здесь много кабанов. А, вот оно чё за место. Всё, идем обратно. Тут я был. Тут я все уничтожил. Читать. Очищение. Иосиф Сид отдает себя воле голоса, очистив себя собственными руками и переродившись. Все, ладно, опять это какие-то фанатские росписи. Они нам не интересны. А это, кстати, что такое восклицательный знак? Может, ты знаешь, где медведь? Может, ты мне покажешь, где медведь? Поговорить. Нет, он в бою. И каком-то бою, а? Ожесточенном, наверное, да?
Ну, я и вижу. Да каком ты бою? Говори со мной. Да пошел ты вон. Я пойду дальше по своим делам. Там тоже кто-то бегает. Блин, он мне понравилось, когда второй медведь как появился. Он просто невзначай такой, опа, прибежал и все. А сейчас такого нет. О, а я смогу двоих одним выстрелом, а? Так, 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 так. Так, ты меня не пали. Хорош, братан. Так, мне надо одним выстрелом двоих завалить. Ну все, я вроде стал нормально. Да. Давай, 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 по прямой. Да, рули, можно. Вот это крутяк, а. Нифига себе. Как я, а? Двоих одним выстрелом, бэм, только и все. Патрошек чуть-чуть подобрал. Не, это свой, да. Нет, даже прицел в зеленый не превращается. То есть это вообще, это нехорошо, нельзя так делать. А вдруг я начну стрелять? Ну, как бы я так много раз уже делал. Но все равно. Это не значит, что это можно так просто оставить. Так. Сейчас мы эту изничтожим. О, медведь! Медведь, медведь, медведь. Медведь, 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 уйди! Помоги нам пережить все это, помощник. Блин, это не медведь! Не, но он мертвый был так. Мне нужен медведь. О, господи, что это такое-то? Слышала, ты очень помог нашим в тюрьме. Да? Я знаю, что сектанты готовят наркоту во флайшопе. Более того, в основном там впахивают эти безмозглые ангелы. Магазин Нолана, наживка, аванпост сектантов. Короче, новый аванпост, который нужно освободить. Так, а... И алтарь разрушен, уничтожен. Просто стерт с лица земли. Блин, это прям как трек звучит. Это Трейси. Да. Ты нашел алтари, что построила Вера. Да-да-да. Они стоят вдоль пути паломника. И вокруг них всегда кучкуются сектанты, наяривающие на Иосифа. Хочешь насолить им? Разнеси все алтари на куски. Так. Ну, это мне нравится. Да, мне это нравится. Я могу поездить по этим вратам Эдема, по этим идолам и разносить. Все. Ну ладно, тут высоко было. Мне показалось, там 2 метра просто. Так, а тут что, отдыхающий? Ой, пацан, да отдыхался. Сочувствую. А вот это я заберу. Журналик. Так. Квадроцикл не нужен, идем дальше. Мне вот нужно как раз к этому домику. Это у нас мельница мертвеца. А смогу ли я подобраться? Чтобы сделать бесшумное убийство. Так, и куда ты шел? Можешь мне постучаться? Кто там? Там никого. Что тут? Count dot do not enter. Enter. Или enter, как правильно? Тут сколько вас? Все? Нет, не все. Еще один хрыч есть, а вот он проход. Ты
ты чё, скунсяра проклятый? Он меня отравил. Он на меня это, пшикнул. Непонятно чем. А вот теперь я тут зайти могу. Ха-ха, тут секретики есть, не? Давайте мне мои бабки. Чё, взял колесо водяной мельницы? А кто-то заметил водяную мельницу здесь по пути? Это что у нас? Это просто палка. Это неинтересно. Ну как палка? Арматура какая-то. Так, у меня есть колесо водяной мельницы. Как отсюда выйти теперь? Ёкарный бабай. Да ёкарный бабай. Так, наверное, вот так. Мельница, мельница. Крутится, вертится. Обыскать. Так, 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 и так, и так, и так. Медведь. Нет, волк. Это все. Так, всем пумам. Мы с приятелем припрятали кое-что полезное в пещере за водопадом. Перекрой воду, бери кошку и спускайтесь вниз. Я что сказал? Бери воду или перекройте воду? Ну, надо, короче, воду перекрыть и спуститься вниз. Спуститься вниз. Спуститься вниз. Спуститься вниз. Куда вниз? Перекрыть воду. Так, низ вижу. Ого, а что за стрелки? А, там воюет кто-то. Кто ж там дерется? Так это... Ангелы против еретиков? Что за ватафак? Как это понять? Или это типа бунтари? Ну да, вон я вижу. Бегает. Так, чё у меня за бесплатная версия? Так, я сейчас закрою. Обновление какое-то висит непонятное. Так, перекрываем воду. Взаимодействие. Крутим. Теперь нужно найти тайник. Берите кошку и спускайтесь вниз. Ух ты. Так, ну ладно. Допустим. Ой, я живой! Я живой! Я думал, все, типа, хана. Так, берите кошку и спускайтесь вниз. Ага, вот, я вижу, вижу, вижу. Только мне надо... Только мне надо с воды. Я-то не могу закинуть? Не могу. А если отсюда... Алина. Ну давай, ты ж можешь. Так, ну есть вот еще. Это специально для меня сделали. Как он ныряет, а? Дельфинчиком. Короче, мне надо было просто на... Похоже на С нажимать. Не на С, точнее, а на правую. Тут же как, правой, левой кнопкой мыши ты забираешься. А я туда докину? Да. Ой-ой-ой-ой. Ага. Во. И вот это и есть у нас тайничок. Тайничок, тайничок. Давайте я на всякий случай эту пушечку... Мало ли, вдруг тут будет ближний бой какой-то. О, патрончиков много лежит. Па-пам-парам-пам. Пам. Тройничок. Ой, тройничок. Тройничок найден. Орегано. Что за орегано? Так, бабосики, собираем все бабосики. Аптечка не нужна. Карт нету здесь. Жилет есть. Записка с сопротивлением. Мне надоело стоять на посту. Наши командиры... А, параной... А, наши командиры
паранойки. Тут нечего охранять, кроме кучи костей. Я тут ни при чем. Я возвращаюсь в тюрьму округа. Если ты против секты и ищешь безопасное место, присоединяйся. Ага, это, короче, на случай того, если вдруг я бы сюда попал раньше, чем в тюрьму. Интересно, такое возможно вообще так далеко уйти-то? А хотя нет ничего возможного. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Так, а кстати, мне нужно вообще-то убить медведя. Мне нужно убить медведя, а где... Это что было? Как будто стяжка какая-то, да? По звуку. Кстати, я... Такое ощущение, как будто я в воздухе парю. Ну ладно. Так. Ну и чё? Вода, кстати, опять пошла. Значит, мы прыгаем. Бульк. Вот это вот прыжок. Так, значит, а мы-то все это время ищем якобы медведя. Которого я не могу найти. Еще? Кто? Где? А. В смысле, ты что, глупый, что ли? В смысле, ты с лука по мне стреляешь? Ты что, с 1800 какого-то... Ах, вы твари. На! Блин, вот самое забавное, как... Эксперт. Ладно, самое забавное, как ведут себя нейтральные люди. Ну, типа вот, охотники, все дела. То есть тут рядом, буквально в 5 метрах от него, по чуваку стреляется ракетница с огненных стрел. Просто... А он стоит, рыбу ловит. Вот так вот. Он просто ловит рыбу. Чё за записка? Самец окунь охраняет их икринки. Это отцы домохозяйки подводного мира. Ну, нормально, немного без сценария. Или как там называется это? Без сценария или как? Короче, как-то так. Давайте мы вот сюда жахнем. Ау, да, текстуры, конечно, были ультра HD, супер, пупер. Что за музыка? А, вон она чё. Тут музыка какая-то играла. Это вот она, чё за музыка. Недолго музыка играла. Так, так, это у нас... антилопы... Не понял. Да выйди ж ты, тварина. Ты чё-то кровоточишь. Ты чё? На, лежать, я сказал. Ты не можешь в медведя превратиться. Зачем ты превращаешься в скунса? Скунса-то неинтересно. Так, охотник. Ну да, давай поговорим. По глазам вижу, что ты охотник. Славно. Боюсь, скоро тебе придется добывать пищу самому. Чертовы святоши. Все закатывали глаза, когда они трепались о конце света. Оглянись. Походу, не врали. Закон здесь больше не властвует. Нас некому защитить, значит, мы позаботимся о себе сами. Главное оставаться сытыми и живыми. У меня есть кое-что на продажу. Патроны, снаряга. Сейчас без них никак. Кстати, если подгонишь мне шкур, я хорошо заплачу. Не придется охотиться самой. Нынче мир полон опасностей. Если увидишь проклятых сектантов, стреляй, не задумываясь. Подруга, давай я сам у тебя шкур куплю. Мне всего лишь нужна одна. Медведя. А пока я у тебя куплю патрончиков. Это мне надо. И залезу сюда еще гляну, что ты... Блин, а может тут патроны были? На вкий их покупал. Ну да. Ой, господи, боже мой. Интересные факты, заяц. Заяц является ни разу не про... А, заяц заявляет, что ни разу не проигрывали ни одной гонки.
и призывает не верить фейковым новостям черепашьих СМИ. Ха! 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 Вот это шутка, а! Ну, немного юмора в такой игре тоже не помешает, хотя тут своего юмора достаточно. Благодаря багам. Багам. Так, ладно. Сейчас чуть-чуть перекурим и пойдем искать медведя дальше.